Договор о развитии аэропорта Рига будет разорван. Такое решение сегодня приняло правительство на закрытом заседании. О решении министров журналистам рассказал глава Минсообщения Каспарс Герхардс. Он указал на то, что ситуация в мировом и латвийском авиабизнесе изменилась. То есть идея о создании терминала, рассчитанного на 30 миллионов человек, в ближайшие 10 лет выглядит неосуществимой. По словам министра, возможную ситуацию о разрыве договора ранее изучали при участии многих юристов. Теперь же всю ответственность за сложившуюся ситуацию несет аэропорт. В то же время аэровокзал продолжит сотрудничество с Министерством сообщения по развитию инфраструктуры. Напомню о том, что конкурс на развитие аэропорта Рига может быть прерван, Герхардс заявил еще в начале сентября. Получит ли Рижская улица Дудаева новое название?